Здравствуйте, Юрий. Это видео про ваш одуванчик. Итак, смотрите, одуванчик установлен на мой тестовый объектив. Ваш объектив имеет точно такую же конструкцию. То есть вы сначала возьмете кусочек двустороннего скотча, небольшой кусочек отрежете и, приложив калибр, по калибру наклеить этот кусочек скотча вниз на основание байонета. И затем на этот скотч поставите одуванчик. Вот если диафрагму, кольцо диафрагмы поставите в конечное положение, если у вас есть там красная точка или черненькая точка, то вот этот контакт, четвертый слева или второй справа, будет смотреть точно, видите, на лепесточек, на край лепестка диафрагмы, ой, край лепестка байонета, или точно вот на красную точку, или на конечную, на серединку этой диафрагмы 22, на конечное значение. И в таком вот виде, наклеенном на скотч, проверьте в камере. Если ваша камера показала диафрагму, она должна показать в этом случае 3,5. То значит, вы одуванчик установили правильно. Если после того, как вы вставили в камеру, она показала 0, или там любое другое значение, например, 5, вот, или 0, вот таким образом, оно должно показать именно 3,5. Вот если показало другое значение, вот смотрите, диафрагмы 5, то есть оно должно показывать с буковкой F значение 3,5, ну и возможно оно покажет вам что-то другое с буквой F. Если вместо буквы F и значения диафрагмы 3,5 будет любое другое значение без буквы F, или просто 0, или просто прочерк, значит, одуванчик сориентирован не совсем правильно. Вот видите, без буквы F, и вам нужно его сдвинуть так, чтобы он смотрел на край лепестка байонета, показал вам значение три с половиной, и эти значения должны изменяться от 3,5 до 22. Фокусное расстояние я запрограммировал 200 миллиметров. Вот. Когда камера у вас показала значение 3,5, и все эти диафрагмы путем изменения кольцом меняются во всем диапазоне, вы вынимаете объектив с одуванчиком и отчерчиваете его границы на байонете справа и слева. Убираете одуванчик, убираете остатки скотча, еще раз проводите границы, убираете остатки скотча, убираете черную краску с байонета, обезжириваете все. Очень аккуратно, очень маленькое количество, там буквально маленькую капельку наносите клея с помощью зубочистки, которая здесь же лежит в комплекте. Ни в коем случае не наливайте из тюбика. И устанавливаете одуванчик
на клей. Все, ждете, когда клей высохнет, и можете пользоваться. Сейчас я упакую одуванчик и отнесу на новую почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.